Ай, как хорошо! А да, напрыгались. Или допрыгались. Вставай, малышка. А так, вставай. Ах, 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 ах. Лера, ку-ку. Лера, ку-ку. Ку-ку, Лера, привет. Привет. Бр-р-р-р-р-р. Что такое? Привет. Делай воздушный поцелуй. Лера, а так. На мячике будешь прыгать? А-та-та! Маленький мячик, чтобы прыгать, Лера! Нет, не маленький, малышка. Не маленький? Малышка! Что ты задумалась? Да, да, у нас площадка сегодня очень грязная. Несмотря на то, что ее убирают, тут почему-то ужасно грязно. Просто у нас тут на площадке иногда приходят свиньи, к сожалению. Но мы уже умные девочки, мы не берем с пола ничего плохого, только мячики свои. И хотим на них прыгать. Да, как ты будешь прыгать на мячики? Вот так, а-па-па. Лера, я только что рассказывала, что ты не берешь ничего с земли. Никаких гадостей. А ты что делаешь? Привет! Куда побежала? Вот туда побежала. Шатать гамак. Вот так. Лера, ку-ку-ку! А где Лера? Лера, ку-ку, молодец, спасибо тебе. Ребенку уже все, уже места мало, уже надо вылазить на кошачий туалет. Лер, что ты делаешь? А? Зачем ты туда лезешь? Ты хочешь упасть? Ты хочешь упасть, да? Нет? Давай, малюсечка, будем оттуда слазить, а то упадешь. Ой, так сама, молодец. Только не надо туда вылазить, Лера. Ты ж упадешь оттуда, маленькая. Не надо, Сонечка, то Китин туалетик. Не надо, Китя пришла, видишь? Китя пришла, а ты ей туалетик занимаешь. Все, обиделась Китя. Мячик, покажи. Какой у тебя классный мяч. Какой классный. Ай! Очень классный. Куча классных мячиков, да? Еще один мячик. Привет. А где большой мячик? Где? Бери большой мяч. И маленький такой красивый мяч. А большой мячик? Где большой? Какой мячик? Ай, на-на. Что, ты хочешь, чтобы он светился, да? Давай, как он светится, как? Так светится, ай-я-я, как светится, класс. А, какой мяч, ай-на-на, а, да, еще один мяч, а. Молодец, футболистка маленькая. Лера поняла, что дверь надо держать на замке. Вот, пожалуйста, видела, как делаем мы. Я сама теперь постоянно тычет в дверной, в замочную скважину. Ключ. Правда, это ключ от машины, но ей же не важно. Ей же главное открыть дверь или закрыть. Еще почти ничего не достает. О, даже достает.
Даже один раз умудрилась засунуть, и ключ там застрял. Ну, правда, его легко оттуда достали. Не получилось? Ну, что ты делаешь? Лера, покажи, как ты любишь тетю, покажи. Как ты тетю любишь, как? Ой, так любишь тетю, да. Тетя хорошая, надо ее потаскать за волосы, да. Лера. Все, манюня, все. Ай, мячик, ай, ня-ня. И Дана танцует, Дана танцует. Мы запихнули первый раз Леру в большой батут. В центре ровно, вот такая большая площадь. И малюсенький ребеночек прыгает здесь через сетку. Да, прыгай. Опа-па, нравится тебе? Сейчас эту довольную рожицу будем снимать. Ну, нравится? Ай, нравится. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай, бегай. Класс! И упала. Давай еще. Довольная. Давай еще. Нравится. Накануне Лериной месячнины, скажем так, завтра ей год и три, она научилась ходить в тапках. Комнатных и не очень. Короче, ребенок одевает себе один тапок. Вот такой, большой, 40-го размера. И ходит по дому. Лера, размер подходит? Не жмет нигде? Маленькая. Нигде не жмет, нет. Обувай, маленькая, обувай, сладенькая. Давай, обувай. Вот так. Как будешь теперь? Вот так. И пошла, и пошла. А нос не разобьешь, Лера? Не разобьешь, папа. Пришел ребенок в комнатных тапках.